Всех приветствую. Делаю сравнительный тест перепакованного аккумулятора от Mini-1 на банке VTC6. Сейчас лечу, значит, на аккумуляторе оригинальном от Mini-1. Поднялся на 350, пролетел 3 километра. Все это в спорт-режиме. Возвращаюсь назад. Лечу еще раз в то же, значит, направление на 1,5. Возвращаюсь и уже до упора, пока дрон не приземлится, зависаю на месте и смотрим, какое будет время. Единственное, что я ошибся, вот на этом аккумуляторе я пролетел второй раз на 1,5 километра, а на следующих аккумуляторах я уже летал на 1 километр. Напомню, вот это, значит, у нас результат на аккумуляторе оригинального на Mini-1. Получилось 18 минут. Сейчас, значит, лечу на аккумуляторе с Mini-2. Он тоже достаточно свежий, там 10 циклов. Все то же самое, 350 высота на 3 километра, возвращаюсь. И потом еще раз отлетаю, только уже не на 1,5, а на 1 километр, и возвращаюсь. Ну вот, забыл. Так что не знаю. Результат, конечно, первого теста был бы чуть получше. Не 18 минут, может быть 19, 19,5 смог бы протянуть. Смотрим, что покажет у нас аккумулятор с Mini-2. Удерживаю стиком до упора, пока дрон уже не приземлится. До 3,17 вольт на банку. Все, здесь уже дрон сел. В итоге получилось 20 минут 34 секунды. Ну и сейчас VTC6. Все то же самое. 350 высота. На 3 километра отлетаю. Все это в спорт-режиме. Возвращаюсь. Потом пролетаю еще, улетаю еще раз на 1 километр, возвращаюсь и в режиме зависания замеряем общее время полета. Кому интересен данный аккумулятор, можете в личку Telegram написать. Могу ваш аккумулятор перепаковать на VTC6. Ну и смотрим. Теперь смотрим. Чувствуется, что больше вытягивает VTC6. 19, 20. В общем, отличный результат. Лучше, чем Mini-1, чем Mini-2 аккумулятор. 21, 54.